Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1349. События дня. Притча Соломона 29:19. Словами не научится раб, потому что хотя он понимает их, но не слушается. Для раба, что работа, корм и палка. За 26 августа 2019 года. Ставим обращение. Курсором задевайте и останавливайте, чтобы прочитать. Епископ Курочкин. Свежайшее мракобесие. В Курганской епархии запретили отпевание покойников в ритуальных залах, сославших на несуществующие канонические правила. Три вопроса, три восклицательных. Это епископ Евтихий. И далее пишет об этом. Что все дело в деньгах. Деньги, деньги, деньги. И вот, Сергей Демин, расскажите, бывают у вас свадьбы, как они проходят, какие принципы? Вот дальше я говорю, как брак снимают, подробное объяснение брака. Это повтор, наверное. Брак снимал Пащенко Владимир. Я так и не пойму здесь. Брак снимал Пащенко Владимир. Да нет, наверное, это другое. Можно добавить сюда два. Ну что, день. Второе, брак снимал. Кармаев Михаил. Игрик есть. Ну вот это вот не надо. Поехали на второй мостик. Поймали меньше 16 карасей и, как условились, переехали на Рыжковский. Ну, а там пока поставили все это, выбрали место, где лодку удобнее подгонять. Все это мы засняли. Игорь там барабаш собирает горох. И брат один ехал, Иосиф. Две дороги рядом, он с одной решил переехать на другую, а другая намного выше. И опрокинулась машина горохом. И как 6 человек погружают в ковш, кун машина называется это на Беларуси. Вот. Мы выправляли дорогу, она в ямах была, как раз тут урожай шел. И второе. Из-за поворота главной дороги, как поворачивать в сторону железной дороги. У нас тут рядом нарос клен. И прям вплотную подъезжаешь, не видать. И мы решили очистить этот ряд, где ветки есть. Очень устали. Настолько устали. Вот сегодня ночью. Даже на молитву чуть позже встал. Ночью. Лег, как будто бы не ложился. В администрацию отослать за неделю написанное, жесткий диск. Время идет, я уже ночь, уже темно, в велосипеде поехал сдавать. Ай-яй-яй. Ведро огурцов дала Елена Анатольевна Барабаш. Да, прекрасно. Беседа была. Не беседа, а так я выслушал Алексея. Вот действительно, как маленький ребенок. Вот.
Такие рассуждения. Я говорю, ты из души сделал помойную яму, тебе все сливает туда, и ты уже как чужой, по наклонной катишься и катишься. Сурово ему высказал все. Еще нет. А вот свалка не там. Но ты давно бы эту свалку уже закончил. Подошел там, скинул где-то. Дрындишь одно и то же. Ну, прям, ну. А он устанавливал, чтобы не стреляли. Хорошо где-то, ну. Над душой не трудится где-то. И опять пришлось. Хороший человек. Родственник где-то. Ну, всякую пакость собирает в душу. Против меня где кто что сказал. Ну, зачем тебе это? Ты о себе подумай, о своей душе, как ты жил и сейчас. А вот не так вот. Работать не хотят, я так понимаю. Коров держать там нет. Вот козы есть, это фермерское. Ну, какое же это хозяйство там, крестьянское? Вот уже который раз с ним сталкиваюсь, и чем это закончится? Печально. Как обычно говорят, на лыжи ставятся. Притом хорошие отношения были. Нет, вот где кто человека скажет, а рассудить не может, рассуждения нету. Кто это говорит? Ну, ты посмотри. Зависнем. Вот. Если какая-то шалава сказала, блудница, и слушаешь, другой убийца, убийца сказал. Убийца буквально. Кровь на руках. И слушает его. Слушайте, лишь бы против меня был. Зачем тебе против меня искать? Да я не ищу. Ну как же ты? Никто этого не делает. Ты приехал на готовое уже. Деревня основана. Живешь. Ну зачем? Занимайся своей душой, детьми. Это поговорили, а там закончился. Володя на свой записал уже. Ну тоже. Огорчительно. Просто огорчительно. Притом видно, что уже внутри у него сформировавшееся вот это мнение. Как дальше-то? Дальше-то ничего не знает. Но делая это, что такое община, главное на общину, самое ценное, голос поднимает. А общины нет никакой. Ну, для тебя нет, потому что вы старообрядцы. Для вас нет ничего. Вас загнали в угол-то, тараканов из вас сделали. Ходили там, причастием играют, священник-то. Ну, рта не раскроешь же, ну, что там говорить. Да. И вот на этом. Просто молиться. Я говорю, я тебя каждый день молюсь. Молитва-то не достигает как будто Бога. Зачем ты все это собираешь? Гнусность всякую. Потом опровергать даже нечего. Все. Дымное надмение. Кто-то в Америку уехал. Ну, одно то, что он уехал туда, здесь учился, здесь родился, и туда лезут. Ну, куда? Промасонины насквозь. Весь разврат оттуда идет. А им это хорошо. И там их кормят. Там они обещания дают защищать Америку. Ну что ты? Ты живи здесь, в России. Живи и молись, и благодари Бога. Воспитывай детей. Крепкий разговор был, но не оконченный. Он не слышит ничего. Время трачу на тебя, а толку никакого нет. Все на этом.